Ну а мы продолжаем следить за событиями. Напоминаю, что движение главного въезда в город через Латкаринское шоссе перекрыто. 22 мая здесь будут проводиться работы по ликвидации последствий пожара. В связи с этим движение общественного транспорта организовано через Тураевское шоссе, а также остановка квартала 3А и Волкуша исключены из маршрутов общественного транспорта.